Чувашии завершились гастроли Московского театра классического балета. Он носит имена известных артистов Владимира Василева и Натальи Касаткиной. Народная артистка России, балерина и бессменный руководитель коллектива Наталья Касаткина всегда старается встречаться с юными танцовщиками во время туров по стране. На этот раз она побывала в столичной академии искусств. Наталья Касаткина – самая яркая звезда на небосклоне Большого театра в 60-е. Ее цыганки, ваханки, роковые красавицы вихрем врывались на сцену. Это счастье обрести вот это профессиональное движение, когда ваше тело вам подчиняется. И плюсы то, что вы выходите на сцену, вы танцуете под музыку. Главная составляющая балета – это музыка. Но есть много минусов. Потому что это очень трудно, и нужно себя посвятить, это посвящение. Про дело всей жизни и шел разговор. Профессиональный балет – это на всю жизнь. И тут уж каждый решает сам, готов ли он пожертвовать многим ради искусства. Что выбрать – классику или авангард? Как избавиться от волнений перед выступлением? Надо ли соблюдать строгую диету? Наставницу забросали вопросами. По мнению Натальи Касаткиной, даже театр классического балета может стать площадкой для художественных экспериментов. Супруги руководили им больше 50 лет. К сожалению, Владимир Василев ушел из жизни несколько лет назад. Вместе они открывали новые имена, воспитывали балетных звезд. Когда вы волнуетесь больше, когда ваши ученики выходят на сцену или вы? Конечно, когда выходят мои артисты. Вот у нас было открытие, у меня после этого болело все. Шея, ноги, ну все болело, как будто я танцевала, а не они. Хотя они станцевали, я считаю, безупречно. Просто вчера очень был удачный спектакль. Я хочу сказать, что очень хороший театр, очень гармоничный, замечательная сцена и пол. Наши ведущие солисты говорят, на этом полу можно танцевать без конца. И еще один очень ценный совет для молодых. Настоящие выступления всегда в первую очередь самокритика. Вот, что я не сделал, что я не доделал, что у меня не получилось, что нужно было бы сделать иначе. Ежедневные многочасовые репетиции – вот цена идеальных шагов на сцене. И все это ради волшебных минут полета. Рифат Фаткулин, Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.